Сотрудниками ГИБДД города Белово проводятся целенаправленные рейды по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения водителями автобусов с целью предотвращения тяжких последствий при организации перевозки пассажиров автобусами. В ходе проведенного рейда совместно с сотрудниками АБЭП был выявлен автобус с множественными техническими неисправностями, которые могли угрожать жизни и здоровью перевозимых пассажиров. Маршрутный автобус «Спас» перевозил работников одного из беловских предприятий. В первый раз полицейские остановили его в третьем микрорайоне. В ходе проверки сотрудники полиции выявили целый комплекс неисправностей рулевого управления, тормозной системы и внешних световых приборов. Даже несведущему в технике человеку понятно, что эксплуатация автобуса с подобными нарушениями элементарной техники безопасности запрещена. Водители предупредили о том, чтобы он прекратил выходить на маршрут до тех пор, пока не устранит неполадки. Но мужчина предупреждение игнорировал и продолжал зарабатывать деньги, осуществляя перевозку пассажиров на неисправном автобусе, тем самым подвергая их жизни опасности. Во второй раз сотрудники ГИБДД задержали водителя уже в Бабанакове. И на этот раз предупреждением ему отделаться не удастся. Нарушителю грозит уголовная ответственность. В настоящее время эксплуатация транспортного средства запрещена. Автобус отогнан на стоянку отдела ГИБДД.